Уважаемый Никол Бабаевич, уважаемые коллеги, я рад вас видеть в Российской Федерации, в Татарстане, в городе Казани, на заседании Евразийского межправсовета. Прежде всего, хочу передать вам теплый привет и наилучшие пожелания от президента России Владимира Владимировича Путина. И хочу сказать, что мы дорожим братскими отношениями с Арменией. Они носят многолетний союзнический и стратегический характер. И в следующем году отметим 30-летие установления дипломатических отношений, 25-летие заключенного договора о дружбе и сотрудничестве с Арменией. Принятые после завершения боевых действий в Нагорном Карабахе заявления лидеров Азербайджана, Армении и России 9 ноября 2020 года и потом 11 января 2021 года открыли большие возможности для совместной работы. Это в первую очередь разблокирование всех экономических и транспортных связей, создание новых инфраструктурных маршрутов. Все это создаст условия для устойчивого развития Закавказского региона. Россия помогает, мы оказываем масштабную гуманитарную помощь, и по линии Международного центра гуманитарного реагирования создаются условия для, конечно же, возвращения беженцев в места их постоянного проживания, ну и последующего восстановления инфраструктуры. Россия остается ведущим партнером Армении. Наши совместные предприятия реализуют крупные экономические проекты. Конечно, к сожалению, коронавирус повлиял на динамику двусторонней торговли. В прошлом году наш совместный товарооборот снизился примерно на 10% и составил около 2 миллиардов 300 миллионов долларов. Конечно, нас такая ситуация не устраивает. Предлагаю поручить нашей межправкомиссии, от нас Алексей Владимирович Аверчук, вам хорошо известный, подготовить новые инициативы для увеличения товарооборота, роста взаимных инвестиций с Арменией. Мы также работаем активно совместно по борьбе с коронавирусом, передавали армянской стране тест-системы, реагенты, пошла поставка вакцины российской «Спутник-5». И очень хотел бы тоже вас поблагодарить за то, что Армения активно применяет разработанный Евразийским банком развитие мобильного приложения «Путешествие без COVID-19» для поездок граждан в Россию. И это очень хорошая тенденция. В конце концов, мы упрощаем все процедуры взаимного движения наших людей. Мы также активно сотрудничаем в Евразийском экономическом союзе. Все четыре свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы сегодня на повестке дня. Уверен, что углубление евразийской интеграции отвечает интересам граждан и предпринимателей и России, и Армении. Готов обсудить с вами, уважаемый Никол Бабаевич, актуальные вопросы, в том числе и двухсторонние нашей повестки. Пожалуйста, вам слово. Спасибо большое, Михаил Владимирович, уважаемый Рустам Нургалиевич, уважаемые коллеги. Очень рад сегодняшней встрече. Честно говоря, я в первый раз в Татарстане. И все мы знаем, что это один из значимых и развитых регионов России. И я надеюсь, что и уверен, что во время наших переговоров и сегодняшней встречи, заседания Межправительственного совета ЕС будут эффективные решения и обсуждения. Конечно же, вы как уже сказали, у нас двусторонние отношения развиваются планомерно и довольно-таки активно. Я должен сказать, что стратегические отношения между Российской Федерацией и Арменией углубляются, и легко заметить, что наши двухсторонние отношения довольно-таки активизировались, и это очень хороший фактор для стабильности и нашего региона. Хочу особенно отметить ту роль, которую Россия и президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сыграли в восстановлении войны в Нагорном Карабахе. И хочу подчеркнуть, что оцениваю деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе эффективным, и это уже для нас сейчас очевиден. Хочу еще отметить, что да, вы правильно заметили, у нас идет работа трехсторонней комиссии, которую возглавляют вице-премьеры Российской Федерации, Армении и Азербайджана.
Мы очень конструктивно настроены в этом плане, но хочу заметить, что, к сожалению, Азербайджан до сих пор не выполнил очень важную статью трехстороннего заявления от 9 ноября президента России, премьер-министра Армении и президента Азербайджана. Это касается возврата военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц. И я хочу поблагодарить Российскую Федерацию за те усилия, которые прикладываются, чтобы решить этот вопрос. Но я должен сказать, что мы очень высоко ценим работу трехсторонней комиссии, потому что открытие региональных коммуникаций может изменить вообще всю экономическую ситуацию в нашем регионе и укрепить экономические связи и интеграцию между Российской Федерацией и Арменией. И по этому поводу я хочу отметить очень важную и конструктивную роль, которую играет вице-премьер Российской Федерации Алексей Логвинович Аверчук. И действительно, мы очень высоко ценим эту работу. Я надеюсь, что эта работа приведет к конкретным результатам. И всем понятно, что это важно не только для нашего региона, но и нашего региона в более широком смысле, потому что тут идет речь о восстановлении связи между Персидским заливом и Черным морем, и между Персидским заливом и Российской Федерацией. Это вообще может стать очень мощным экономическим фактором для развития Евразийского экономического союза. И, конечно же, мы, как еще раз хочу подчеркнуть, что мы настроены очень конструктивно, и я надеюсь, что вот та работа, которая сейчас идет, приведет к конкретным результатам, которые принесет стабильность, мир и благосостояние для всего нашего региона. Спасибо большое.